Понимаете, вы мне еще не столько лет. Много лет, братцы, чтобы сейчас прямо перед вами у меня возник, значит, обширный оргазм, я имею в виду инфаркт. У меня возникнет и то, и другое прямо сейчас перед вами. И настолько это все неожиданно. Что я с вашего позволения сегодня все-таки напьюсь. Давай! А все смеются, ха, они же знают мои, что у меня коньяк, и у них-то портвейн, там, у меня же отборный. И мой отборный коньяк, вот он все, значит, мельче, пока дошел до этого, значит, школьного диплома. У нас не было никаких вот этих колпаков, которым мы бросали вверх, вот этих всех плащ. Ну, галстучек, костюмчик, ну, тут такие все вот эти лохматые с усиками, там, как это, Матисс. А потом ко мне мама подошла и говорит: слушай, я же не понял, это такое важное событие, graduation, выпускной. А почему все смеялись, когда ты шел, да? Братцы, я надеюсь, что сегодня, вот сейчас, я знаю, этот концерт, для меня это неведомо, сейчас что-то будет, да? Я надеюсь, что мы все получим удовольствие, будем смеяться, радоваться. Главное, что мы все наконец-то сядем и напьемся. Не только за меня, а за всех вас, потому что вы мне... Вы мне дарите такую необыкновенную радость в этой жизни. И я знаю, что за всем этим, говорится, серый кардиналище, да, была моя необыкновенная дочка. Иди сюда. Как тебе удалось собрать всех этих бедолаг тут в одном месте? Мне никогда не удается такое. Собрать было не так трудно, но чтобы все заткнулись. Я тебя очень понимаю. Это такое сновидение. Ну, давайте так, я хочу прибежать, чтобы не понимать. Сновидение, да. Ты произносишь свой спич так, что девушки вздыхают, а звезды падают с неба. А потом, как водится, начинается легкая неразбериха. Девушки, возомнившие себя ферзями, наперебой предлагают тебе провести их до королевского, как они выражаются, конца доски. Ты знаешь всех киноактрис Наташ, Крачковскую, Фатееву и Портман. Поставить мат любому королю тебе вообще легко, что плюнуть, Гриша. С тобою согласиться на ничью, почел за честь бы пресловутый Фишер. Проектов интересных и задач, мечтать, творить, стремиться в жизни выше и много новых творческих удач. Тебе желаю. С юбилеем, Гриша. Наверх мы, товарищи, все там торжественными наступает. Пол жизни он, Гриша, как пляр отмотал, еще половину желает. Вставайте все ноги, стройте руки, за уши подергать Григория. Коль оторвем, нет великой беды, великая будет история. Так громче музыка, играй для Гриши. И барабан. Эй! Котляр, 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 котляр. Пари, орел, все радостней и выше. Ты уникальный экземпляр, земпляр, земпляр. Впереди лежит хребет скальный, позади течет река, слышь? Если б я собрался в путь дальний, я б на танце позвал Гришу. Несмотря на то, что он умный и талантлив больше, чем нужно, мы прошли бы этот путь трудный и прошли бы, безусловно, дружно. А дружбы, что же нам нужно? Чтобы сердце от нее пело, чтобы была она мужской дружбой, просто городским телом.
жизни самый первый и самый важный родильный дом. Спасибо вам большое за Гришу и за то, что он с нами. На марше ни речи, ни почести бывшего, и ни флаги расцвечены, ни фейерверки вслед. Шестер пустой дизайнер, несущий шестидесяти невидных молний свет. Или еще не меньше 60 лет плавания. Поздравляю. Помню, как одна из поклонниц, удобно устроившихся у твоих ног, нанюхавшись предварительно ароматическими смесями, в сомнамбулическом упоении делает ход, смущающий не только твоего соперника, сразу предложившего ничью, не помню, кто это был, Гарик или Толик, но и всех присутствующих твоих поклонников. Что же она делает? Она касается своими нежными пальцами твоих шорт. Мгновение спустя плоды ее опрометчивого поступка становятся заметными присутствующей публике. Я не хотела в смущении лепечить, девушка. Ты же хладнокровно, с присущим тебе артистизмом произносишь. Дотронулась до фигуры, делай свой ход. Перебери ее. Все рыдают и смеются. Всем уже не до шахмат, особенно дамам. Мужчины же чувствуют себя, как Кизырицкий после матча с Андерсоном. Нормально, Григорий? Отличный кетамин, да. Окей. Однажды вы так же неожиданно, как вот сегодня, да, и мятежно ворвались в мою жизнь, и так комфортно и мятежно в ней остаетесь, что сделали мою жизнь еще более мятежной. Если вы говорите, что Гриша наш, да бросьте вы, ну куда бы Гриша без Вадьки, без вас всех, без Танечки, без всех, я же не буду поименно все. Ну действительно, ну кто я такой? Это просто охуительно. Ну я реально, мне кажется, что там кто-то сверху где-то просчитался. По-моему, вам нужно пересчитать это.